Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юлия и Мишка. Всем привет. Ребят, мы снова в симуляторе, у нас обновление. В общем, появились два новых юнита. И, собственно, первый из них — мушкетеры. Мы опять же с Юлей соревнуемся. Мишка красный. Да, именно, и я, походу, сейчас просру. 3-1. Все понятно. В общем, записываем Юле 1 очко. Ура! Ладно, расставляем снова. Наш бюджет будет 1500. В общем, расставили мы свои войска. Нового поставили персонажа, точнее, целую установку. Называется Хуача. В общем, Хуача. Да. Она, это я даже не знаю, это просто как какая-то Катюша, копьями стреляет. В общем, о, я мой красный... пошел, великий полководец. Вот она, обмен просто вот этими, не знаю, кучами копий. Она когда выстреливает, подыхает, все, к сожалению, да. В итоге мне очень интересно, как щитовики против мушкетеров будут справляться. Давайте, мужики! Отобьют, давайте. Смотри, пули как будто рикошет. Все, слушай, да у тебя нет шансов. Да блин, да что за хрень? А у тебя тоже есть? Че, у меня было пару мушкетеров, они, конечно, так... Я думал, ты их не поставил. Какая жопа случилась? Слушай, а давай вот тест проведем просто. Щитовики против этих, как мушкетеров. В общем, моя тактика будет такими коробочками, а у Юли целая линия. Посмотрим, что все закончится. Посмотрим, как щитовики справятся с мушкетами, мне такими коробками. Надеюсь, отобьют. Давайте, стреляйте. А что никто не стреляет-то? Да. Разобрали. Мне кажется, без толку. Это успех. Это явно будет не в счет, я думаю. Все, тут ни о чем, ни о чем, конечно. Ну, эта победа не будет засчитываться. Окей. Так, вот, ребят, попробуем слева вот этих Хуача и справа куча щитовиков. Посмотрим, как разберется. Мне кажется, у щитовиков нет. Все полегли, что ли? Это... Офигеть, это что сейчас было? Че это сейчас было за фигня? Че это за хрень была? Почему я опять проиграл? Че это? Ну-ка, что это такое сейчас произошло? Почему они рожатся? Вот смотри, как будто молятся. Что это? Это хоть не должно. Че за тактика? Охренеть, это круто. Это круто. Странно вот даже. Вот это поворот, как говорится. Так, слушай, а если не щитовики? Попробуем против мушкетеров теперь. Они-то как у нас тактику будут делать? Мне кажется, им конец. Вот им конец. Их расшибло, конечно, сразу в кашу, же, да. Слушайте, щитовики тащат, ребята. Я не знаю, такой кто-нибудь проверял, нет. Вот, знаете, теперь щитовики хитрые мрази. Вот так. Ладно. Короче, я хочу сделать матч-реванш Юлиным сраным лучником. Взял мушкетеров. Что-то я так смотрю по цене несоразмерно. У меня 22 юнита, да, и 50. Ой, побольше. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас после разборки проверим, чем все закончится. Пожалуйста, убейте их, эту армию бешеную. Пока... У тебя еще они далеко поставлены. Стреляйте, пожалуйста, еще раз. Ну все, Юль, сейчас. Это... Жмите их! Не, Юлины лучники вот эти, они вообще лучше, по-моему, в игре, мне кажется. Они очень дешевые, они массы могут задавить, так еще... Все. И меткие, слушаем. Все, это понятно, конец. Они, короче, тащат. В общем, все воины расставлены. Я даже не буду перечислять, кто здесь есть. Просто посмотрим. Юлю купили 2 хуачи. У меня сзади мушкетеры, я думаю, что они будут потом добивать. Но у меня щитовики, Юль, они же хитрые, ты забыла? Да я решил проверить, вообще, а чё вообще просто все мимо? Просто мимо, и у меня они всё, развалились. Все деньги свои, Юля, просрала. Ё-моё, давайте, Давайте, я вас верю. Прикинь, мы своих тут, мушкетеры прибили своих, что они вообще делают? Ну-ка, давайте. Да, все, Юль, не, вообще фигня, не бери её, чё-нибудь место не место. Че, новое сражение? Я тактику свою не менял. Я сменил. Юлю полностью убрала сменял. Вот это все. Посмотрим. Я зря, конечно, поставил сзади этих мушкетеров, которые будут палить по моим. Вот с этого ракурса такого прям эпичного. Давайте, стреляйте им в спину. Это все сейчас. Вот это лучники мои. Лучники, ладно, перейдем к самой битве. Что-то происходит. Юля, у тебя впереди копьеносцы были. Пробили. А, у тебя еще есть арчеры дальнего боя. Валите! С плеса там, как ёжик. Слушай, ты чё, куда бежишь? Положили. У тебя боксеры? Да, у меня боксеры, это секрет. Ё-моё, бить их. Мушкетёры, фига на перпеты. Они тащат, могу сказать. Всё, у меня ещё лучники остались. Ну надо же. Вот, кстати, мушкетёры, они вообще далеко стреляют, очень далеко, это круто. Я ещё попытаюсь. Ещё, давай. Фу, мы крутые тактики проработали. В общем, даже, не знаю, у Юли какие-то заборы, у меня тут... У меня, кстати, красиво выглядит, узорчик такой. Ой, тут главное не узорчик, главное как на практике. Всё, побежали.
Прибежали два варвара. Принесите мне давайте. Их головы, давай. Фига, у тебя мушкетер что-то никуда не попали, такое чувство. Видал, какая черепаха у меня сейчас тебя расшибет. В упор стреляют. Все разбомбили, все рассыпалось. Стой. Что происходит вообще? Все, мне кажется, хана моим. Хана. Блин, да не смотри на упали. Ворвался. Давай. Толкай. Ну вот, давайте, дубите, да вы разворачивайтесь. Все, не разворачивайтесь. Давайте успеть. Да разворачивайтесь, да ё, ну все. Последний. Он же пиф-паф. Мужик, да ты даже ни разу не стрельнул. Все, я тебя увольняю. Мне понравилось. Вот сейчас вот реально битва была такая серьезная. Я пока свою армию оставлю, как бы вот она выиграла, я ее оставляю до поражения. Вот так. Окей. Короче, мы придумали новые правила игры. Пока армию не победит, кто-то, да. Да, она остается. То есть у меня вот остается, пока Юля ее не разобьет. Посмотрим. Или пока Юль не надоест. Щитовиков тут добавила, не знаю, что это решит. Сейчас же в спину своим, Юля, тебя мушкетер-то расстреляли, понимаешь ли? А я вот углы специально сделал, чтобы типа первые пули в тебя попали. Сейчас посмотрим, давайте. Давайте, кажется, моя армия сейчас... Гнилые туши. У меня успели залп, они твои на моего, внимание. Быстрее стреляйте, ё-моё. Все, слушай, успейте. Да тупойте, давайте, ребята. Все. О, один. Давай, успевай. Нет. Есть. Прям он уже, я слышал, как заряжал свой ствол, но мой прям пэо. Ну что, Юль, давай, пытайся разбить. Давай. Мне кажется, моя армия нерушима, но у Юли другое мнение. Она попытается ее разбить, добавила еще своих поганых лучников. Да их всего 4 штуки пришло. Все, знаешь, почему я выигрываю? Потому что ты реально расстреливаешь своих этих щитовиков. Смотри! Мужик, видали, у тебя просто уже все. Все, я придумала новую тактику. Хорошо, но у меня даже прорвались в этот раз. В прошлый раз они не прорывались даже на твоих. Так что тебе хана просто. Они же друг по другу сами по себе стреляют. Так, давай, все, мне кажется, Юля проиграла. Да уже, видишь, это уже все, капитуляция, можно объявлять. Давай, все, одного осталось только забодать, застрелить. Ну, вверх стрелять, бах, все. Все. Давай, у тебя, Юля, еще шанс есть. Че, Юль, ну новая попытка? Ну что, Юль, пожелаю тебе удачи. Давайте, мужики, Юль, в общем, конница, она пытается разбить моих щитовиков, но, в принципе, кстати, успешно. И сейчас... Да будем... Как ее аж башка у коня. Я даже не ожидала. Юль, говорит. Они, короче, открываем новый канал. Мишка и Ель. У тебя развернули. Давайте, валите их. Блин, Юля, походу, сейчас выиграет. Смотри, на коленях уже. А, нет, меня убили. Все, Юля, сейчас выиграет. А где у меня еще? Эй, а где? Кто еще спасся? Не понял, кто. Выходи, ты? Подлый трус. Слушай, а кто еще? Вон он! Он, знаешь, такой типа неприметный. А ничего, я ничего. Трясется, видишь, бедняжка. Все. Блин, мужики, да ладно, пощадили бы, ё-моё. Накрыл. Блин, вообще такой беспалевный. Я поздравляю Юльную армию. Ура! Нужно теперь мне ее разбивать. Стираю свою. Короче, сделал я штангу. С двумя хуачами. Они должны Юлю забомбить. Давайте. Надеюсь, валите. Они... Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Блин, их ближе надо было ставить. Но тем не менее. Слушай. Твой... О, моя, да смотри, слушай. Да, опасная штучка. Она, смотри, она принесла мне победу. Да блин, ну, ё-моё, осталось-то, знаешь, осталось немножко. Знаешь, одно слово с пяти... Опа, по-твоему попали, башка. Коняк, это давай, вообще сорвал. Просто разлетел. Дын-д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 ын. О, черт. Прям упор, можно сказать. Осел уже. А я уже думала, что он не победил. Ага. Не, я сейчас хвач поближе поставлю, мы с тобой поговорим. Давай, все, погнали тут же. Все, хвача, давай. Стреляйте в мушкетера. Туда надо было брылять, мать твою. Все, разбомбил твою, мою хвачу. Мужик, давай, быстрее своего коня сюда. Сбил. Слушай. Давай твоих же сбей. Нет. Страйк. Тварь. Какая-то. Ладно, я создал ультра-армию, где есть боксеры лучшие. Хватит, ты дура, что ли? Ты что делаешь? Осыпалась. Давай, у тебя сейчас этот диджей, смотри, ноги задрал.
О, нифига себе бомбанул. Слушай, он чуть сам не зашел. Так, ладно, у меня шансы есть. У меня есть мушкетеры. У меня есть смотри, элитные войска, пошел. Короче, которые Splinter Cell. Все шансы. Давай, отбей, ради зачем бога. Зачем? Он отвлек. Есть, отвлек. Я ой, не... все шансы есть. Пожалуйста, ребята, пожалуйста. Нет, ну что ж, нет, что, бейте, у нас два... бейте. Все, пипец. Все, последний остался. Убей хоть сам себя, все. Слушай, да я непобедима просто. Дашь последний шанс? Да. В общем, моя армия рассыпная должна расколотить Юльну армию. Здесь катапульта, посмотрим. Все рассредоточены. Посмотрим. Блин, ты как кегли сшибла? Давай стрелять. Ты что делаешь? Он просто обосрать. Слушайте, ладно. Слушайте, давайте, мужики, рассыпная застрелять армия. До смерти. Блин, сами же себя застрелили. Мужик, вся надежда только на твою дубинку. Ради бога. Блин, они сейчас расстреляют мои. Все, конец. Есть. Все, я поздравляю всех. В общем, можно это заканчивать. Да. В общем, клево, побесились. Если хотите, чтобы мы еще побесились или говорили об обновлениях этой игры, ставьте лайкос, мы будем это делать. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.